О, какой идеально. Каток айс. Идеально ровный лед. Можно ехать скоростью 15 км в час, а то и 20. Это Москва река. Если вы не катаетесь на коньках, то стоит попробовать начать. Местами, правда, бывает подтаявшийся лед. Нужно аккуратнее. На заднем плане правительство Московской области, мост на Павшинскую пойму, Вегас, стойка небоскреба Крокуса, вот Павшинская пойма, там Митина на фоне. Самый идеальный лед посреди речки, он идеально ровный. В тех местах, где рыбаки сидят, обычно сильно утоптано, то можно случайно упасть. Видите, трещины по льду небольшие. Но это не страшно, потому что в это время года лед сантиметров 40 толщиной. Тут можно ездить на 10-тонном тракторе. А у меня сейчас будет привал вон там, точнее, на причале. Это причал шоу-хауза, яхт-клуба. Обычно летом здесь стоят яхты. А сегодня здесь стоять будем мы. Ну, отлично, дерево. Потому что сидеть на льду как бы не очень хорошо. А вот на деревяшке она теплая, хорошая. Передаю привет всем.